Сейчас буду рисовать. Блядь, я уже увидел. Да. Ты по-любому будешь... А если я вот так сделаю? Смотрите, попробуйте угадать. Попробуйте угадать. Лох. Братишки, правильный ответ. Без обид, только не клипайте. Это, если что, шутка. Братишки, не обижайся. Это, если что, шутка. Ладно. Ладно. Сейчас я подумаю слово. Только не делай это, пожалуйста. Ну, правда, вот это не надо. Обливать водой не надо. Я тебя оболи потом водой. Я просто хочу постремить. Не этот. Сейчас. Запускай Тома, как Макс. Пекел, какого Тома? Так, я делаю, ладно. Сейчас будет сложное слово. Да не грущу, все нормально. Просто так бывает, да, понимаю, что бывает хуёвый стрим, и всё. Так, сейчас сложное слово. Так, берем рыжий цвет. Вот. Как так быстро? Залупа. Подожди, а как так играть? По сути, это же пиздец как сложно. Что мне за слово нужно написать, чтобы они не поняли? Подожди, подожди. Как пишется только правильно? Нет, я понял, что за слово. Это твоя банальная хуйня. Похуй, а угадают? Да ну да, скачал такое, тут, блядь, сложное слово, да, да. Нихуя не угадают, я уверен. Они нихуя не угадают. Ну давай, я уверен, 20 секунд там найдут слово. Даже меньше. 20 секунд? Да, даже меньше. А как это нарисовать? Не знаю, ты дебил. Они не угадают это слово. Ты дебил. Это сложное слово просто. Очень сложное слово. Сейчас. Это очень сложное слово. Бля, если кто-то слово угадает, я ему 5к скину нахуй. Давайте, похуй, давайте я буду скидывать 1000 рублей за каждое угаданное слово. За каждое. Вот вы угадываете одно слово, я вам скидываю 1000 рублей тому, кто угадывает. Только можешь, Серёга, брат, родной, можешь, короче, поскринить тех людей, которые будут угадывать? 1000 рублей за каждое угаданное слово. Не, ну это супер, это мега сложно. Что? Что ты говоришь? Серёга, да, вон он. Он всегда в чате. Надо Серёгу, кстати, бабок скинуть. 1000 на 15, я думаю, надо подкинуть сегодня. Психофазотрон, ебать! Чё, не угадали, блядь? Чё, блядь? Это ж невозможно, да, было? Долбоёб, нахуй, как людям это отгадать? Чел, видишь, ты ебанулся? Ладно. Сейчас, подожди. Два слова. Всё, два слова. Накорми кота. Ебать, а как нахуй? По цвету, блядь. Просто по цвету. Ладно, на слово. 1000 рублей уехала нахуй. А, нахуя я дал тебе мышку. 1000 рублей уехала, окей. Я тебе говорю, я сейчас 1050 проебу вот так. Как тебе такое слово? О! Нормально, если в его. Не, ну как хочешь, это твое дело. Ну я типа. Это ж твое слово. Мне похуй, что ты напишешь, кроме запретки. Можно по топу! Слышишь, там видишь, сверху есть топ. Может по этому топу раздать бабок? Чат, лучше каждому, кто угадывает, по 1000.
Убери! Смешно. Напиши нормально, что нет. Да смешно же. По топу или каждому по 1000? Что это? Мне кажется, вообще нельзя ничего рисовать. Почему цветочки? Сука! Так, ладно. Ну все, суки. Ну все, вот это сука. Зачем ты написал первое слово? Нет, чтоб сложнее было, нахуй. Вот хуй угадаете, блядь. Вот хуй угадаете, блядь. Ой. Нога. Цикло пишет Илон. Два слова там. Два слова. Почему не два сентября? Ну, типа. Это очень сложно, да? Рисунок очень хуёвый сделал. А ты понял, к чему? Нет, вообще не понял. Ты не понял? Да, даже когда я слово вижу, я не понимал, к чему. Типа Subway Surfer, понял? Вот это справа хуйня, Subway Surfer. Это типа он бежит, понял, это монетки, а это поезда. Что, я охуенно нарисовал, блядь? Валакас Богданчик. Нет? Че тут Subway Surfer ебанутый? В смысле он бежит, блядь? Ну все, суки. Эй, Богдан, я здесь. Все, вот сейчас пиздец будет, нахуй. Богдан, я здесь. Чё, я идеально рисую. Они не могут угадать. Пиздец, полчаса нахуй угадывали такое легкое слово. Путин, красава. Ну, угадал. Ой. Да-да-да. Ладно. Да-да-да. Да-да-да. Ладно, давай попробуем вот так. Два слова, два слова, два слова. Два слова. Два слова. Лучшие стримеры, чем... Это очень сложно. Вот он написал чел. Нет. Да. Похуй.
Опять конфликтил. Никто не может угадать, посмотри. Я не верю. АФК склад что пишет? Да нет, почему АФК? У них там контента пиздец. Жожа еблан? За что вы его обзываете? Давайте, 2000 тому, кто сейчас отгадает это. Ну как так-то, блядь? Вот так все просто. Так просто все. Просто склад говна. Без обид, это тоже шутка. Ладно, давай так. Смотрите. Смотрите. Респект. Как? К чему тут, блядь, вообще не коглай, блядь? К чему, сука? Объясните мне, нахуй. Псипешгин, сука. К чему тут, блядь, не коглай, нахуй? Вот просто, блядь, я не знаю. Я рисую любую хуйню, блядь. Блядь, я не знаю. Я не знаю, надо их как-то запутать. Ёбнутый, ты сразу угадай, да? Наверное. Смотри, вот, давай, без нихуя. Перчик 007788 забирает у нас лут. Ну что это за долбоебизм? Я просто не понимаю. Ладно, давайте. Кто сейчас вот это отгадает? Получит поебалу. Кто сейчас вот это отгадает? Только не подсказывай никак. Я не подсказываю. Тот получит 5к. Раз, два, три, четыре. Четыре слова. Я вам буду делать подсказки. Четыре слова. Но это, мне кажется, невозможно. Ну, чтоб понятнее было. Сразу говорю, это я. То есть... Вначале нужно писать «я». Первое слово – это «я». Первое слово – это «я». Ладно. Ладно, подсказываю вам еще. Но даю уже 2500 за правильный ответ. Я такой. Я такой. Такой сопля ебаная, тряпка чё, ебаная. Я такой самый грустный. Я такой тряпка ебаный. Я такой лох ебаный. Да нет, ну не лох. Мне кажется, чат не прогружает нормально. Я такой синий грустный. Я такой типа плачу. Что сложного, блядь? Потому что ты общаешься как гандон, никто так не общается, блядь. Я такой что так... типа. Ну блядь, что такого? Типа. Что сложного? Я такой типа плачу. Такой вот... типа, блядь. Такой тип ты, блядь. Я не понимаю. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Пять слов. Смотрите.
Ну вот, типа, я считаю, что это супер легко. Это очень сложно. Ты как пишешь, как полный еблан. Это очень легко. Понять этого легко, но как ты это написал, это просто очень заебисто. Начало еду на. Нихуй, типа. Вот. Это Audi, я думаю, вы понимаете. Да, вот подумайте. Скорость ебанутая. Вау! Я такой сижу, вот такой, я тут же сидеть такой. Вау! Типа, бля, ну это вообще прям супер-мега легко. Супер-мега плюс мега легко, нахуй. Я бы угадал, 100%. Вот ты бы угадал? Нет. Это ж, последние это... два слова я вообще не знаю. Еду на. Еду на в начало. Ну, последние два слова вообще не говорят. Еду на Audi. Ладно. Еду на Audi и. Я вам, сука, почти все сказал, нахуй. Вам одно слово угадать, блядь. На Audi и быстрый пиздец. Еду на Audi и. Вообще меня нахуй не знаете как человека или что? Блять, это супер легко, мега легко. Еду на Audi и класс, ну типа, блять, мне охуенно. Класс, блять, может это все было бы круто, тогда бы легко все угадали. Нет, в этом прикол, что я еду на Audi и мне класс, типа, еду на Audi и класс. Блять, я вообще не знаю, вы вообще про меня хоть что-то знаете, блять, как про человека, нахуй. Уёбак. Блять, сейчас я нахуй. Смотри. Пью. О. Я сказал почти слово, да? Да. Ты почти. Бля, я. Почти все сказал. Я хотел почитать. Вот! Вот это мега просто! Вот это! Что, блядь? Ты общаешься как полный еблан. Ты долбоёб? Ну это мега просто. Смотри. Что, кончены? Это мега просто. Он левитирует или чё? Нет, он сидит. Где, да? Подсказываю в начало. Сижу и... Сижу и... Про, полз... Четыре слова. Слушай, четыре писать, слова. Писать, писать, сижу и какаю, какаю. Сижу и... Сижу и какаю какашечкой. Смотри, ну это просто сижу пиздец. Сижу и какаю. Ну это супер просто. Сижу и какаю какашечкой. Сижу и мне класс. Ну смотри. Ну куда проще нахуй этого? Ты дурачок. Сижу и стрелю хуйню. Да нет, ну блять, да нет, вы вообще не так мыслите, чат, ну вы не так мыслите вообще, ну вот я сижу и что, сижу и, типа я такой, сижу и так, вот так сижу. Понимаете, о чем я? Никто не писал, никто. Да нет, ну не смотрю видео. Я сижу и... Блядь, ну и сижу и такой балдею, типа, блядь. Блядь, ну че за хуйня? Блядь, вы вообще, что ли, не знаете меня как стримера, блядь? Я сижу и такой балдею. Ну типа с кайфом. Я же говорю, тебе вообще никто не догадается. Ладно, давай так. Вот так. Вот это супер-мега просто. Это супер-мега просто. Мега просто плюс супер. Супер-мега просто плюс мега, блядь, просто нахуй. Вот! Я и бустер, нахуй! Красава, блядь! Я хочу покакать, можно это? Иди покакай, блядь.
Ладно, смотрите. Мне нравится, как вы мыслите. Мне нравится, как вы мыслите. Мне очень нравится, как вы мыслите. Я хочу с вами, знаете, что попробовать? А что, если я сделаю... А вот я сделаю такое слово. Ну, вот такое слово, например. Бля, вы молодцы, я вам хочу сказать. Вот вы молодцы, я вам серьезно говорю. Вы молодцы, два слова тут. Два слова. Думайте. Вавилон говна. Почему я... Нет, я не дерьмоед. Что я тут делаю? Что я тут делаю? Вот вам подсказка. Что я тут делаю? Нюхает. Так. Нюхает. Хорошо. Нюхаю. Ну супер просто. Блять. Я честно говорю, вот тут я даже не понимаю, как вы можете не угадать. Какашку нюхаю, блять. Посмотрите, слева какашка, справа человек. Блять, запах заходит в нос. Значит, он нюхает какашку, блять.